В эту субботу на вопросы горожан во время прямых телефонных линий ответил председатель Гродненского горосполкома. Традиционно большинство звонков касалось благоустройства. По словам Мечислава Гоя, капитальный ремонт жилфонда – одна из приоритетных задач на будущий год. К слову, к выбору подрядчиков отнесутся строго. План жилфонда есть. К сожалению, нам не удалось некоторые объекты, которые планировали мы произвести ремонт в этом году. Они будут, так сказать, переходящие объекты. Но, сами понимаете, для этого нужно провести определенные конкурсы, тендера для выбора подрядчика, для того, чтобы были дома в работе. И хочу сказать, что некоторые работы при такой температурах, при таком режиме можно выполнять и в зимний период. Многие вопросы Мечислав Гой решал, не выходя из кабинета. Так, на телефонную линию позвонила бабушка молодого сварщика. Рассказала, что внука сократили, а новую работу он найти не может. Уже через 10 минут председатель горосполкома лично позвонил парню и предложил хороший вариант. Кирова, 34, подойдете к Андреевскому Вячеславу Станиславовичу, директору предприятия, завода по сортировке отходов. Нам нужны там сварщики и другие работы. Так, ну, с ним переговорите, конкретно он вас определит на какую-то работу.